Ну чё, народ, всем привет снова. Попытка номер 391 заснять желтую самочку, когда она выглядывает из гнезда. Пойдемте посмотрим. Посмотрим, что там. Нет, снова никого нету. Снова никто там не сидит. Что вы, птица? Морковку, наверное, от вас уже достать. Фу. Ёлки-палки, чуть не улетела маленькая дверь, нужно закрывать. Фу, будем ловить. Так, куда телефон поставить? Да ну, ёпта, уже трое. Сойдись. Посмотрите на эту засранку, кусается она еще. Кусючка какая. Так, не возмущаться. Свинтусы, понравилось вам летать, блин. Ой, 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 ой. Тишину настроили. Еще один. Вот. Почти пойман. Товарищи, что за дела? Ну так неинтересно. Так, кусается, кусается. Давай, твоя очередь. Ты последняя. Наконец-то. Засранка такая. Еле споймал. Стоп. Стоп. Посмотри. А ты мальчик. Ты мальчик у нас. Ты не девочка. Ты мальчик. Хлопец, по-моему. Плохо еще видно. Или девочка. Нет, ты девочка. С белыми колечками. Так, давайте в гнездо посадим. А ну, ребятки, пока она туда не вылезла, понаблюдаем.
спряталась. А ну. Видно тебя? Там не видно будет. А ну. Видно чуть-чуть. Сидит в гнездышке. Закинули, скажи, поэтому и сидит. А перед этим напугали сильно. Фух. Вот вам, ребята, и посмотрели на девочку в гнезде и достали морковку с яичком, чтобы не закисло и не наелись, чего попало. Перешуганные сидят. Фух. Аж сердце закололо, блин, чуть не повылетали. А, один чуть не вылетел. Я дверь не закрыл и решил достать морковку. Не делайте так. Тут шторка, в принципе, на двери висит. Какая занавеска. Но я думаю, они из перепугу смогли все равно выход нашли бы. И был бы у нас еще минус попугатик. Перепуганная там до сих пор сидит. Загоняли бедную. Ладно, ребятки, в общем, всем спасибо за просмотр. Не делайте таких ошибок, как я. Подписывайтесь на канал. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить еще каких-нибудь казусов, смешных видео или не очень смешных. Потому что если вылетел бы еще один попугайчик, это было бы очень печально. Ну и пишите в комментариях, что вам понравилось, что не понравилось, какие ошибки делаю. Ну, в общем, за исключением этой и больше конструктива, ребятки. Ставьте лайки обязательно. Всем пока, всем хорошего настроения и до новых встреч.